Сегодня мы представляем в нашем любимом городе Днепр автобусы, которые пришли на выходных. Вы видите их за мной. Это 12 красавцев, автобусов МАН, которые предназначены для перевозок пассажиров в городских условиях. Они укомплектованы системами вентиляции, некоторые из них кондиционирования, пандусами и удобными площадками для перемещения пассажиров с инвалидностью. В ближайшее время депутатская комиссия определит маршруты, на которые они будут выходить. Мы планируем обслуживать жителей микрорайона Левобережный 3. В данном случае я считаю, что эти машины, они достойны того, чтобы представлять город Днепр и радовать пассажиров. Посмотрите, есть люк, есть 4 форточки, эта система работает. И были некие разговоры относительно того, что эти автобусы предназначены там для Швеции, для сурового климата. Нет, эти автобусы работают и в жаркую пору. Я лично приезжал, забирал эти автобусы караваном из Швеции, там было +40 градусов. +40, я ехал в этих автобусах, мне было комфортно.